pasakysim tikiuosi. Tai pirmiausiai visus su naujais metais, tiek vienais metais, tiek kitais metais, turiu galvoj tiek katalikiškais, tiek česteniškiškais. Ir šiemet tikriausiai vėl tęsim formatą 3 veikinius ir šiandien yra pirmasis. Ir svečiuose yra aktorė, kurie taip daug kas pažįsta. Aš kai pamačiau, kaip matau, kur nešimą, kaip prisiminiau, kad esu matęs aktorę filmuose. Tai yra Jelena Propova. Ir į Vilnių važiavo jinai su spektakliu šiandien, todėl šitas susitikimas bus truputėlį trumpesnis galbūt negu įprastai, tai yra nedaugiau tikrai negu 2 valandos. Prieš tai, aiškiai, man jau įsakyta, kad paskui būtų galima palydėti atgal aktorį į sceną. Jie gal nuo šiaip paklausim, bet mes kažkaip paruskiai, štobi ponė Vilnių. Va, tai aš turbūt daugiau nekaištaknėsiu, nes beveik visi, žinot, atmatė. Todėl, kaip visada pas mus, aiškia, faktai tiek, kad pasakys apie save, po to bus laikas jūsų klausimų ir atsakymų. Kažkas šiandien mums labai sakė. Nieko negaliu padaryti. Mikrofonas neveikia. Gerai. Тогда тем, кто не понимает по-литовски, добрый вечер, с Новым годом вас, с Новым годом литовски, с Новым годом мы будем продолжать в этом году тоже встречи формата 3, и у нас первый гость, это Елена Проклова, которую, наверное, многие из вас знают, если не лично, то с экрана, с большого или с маленького, с голубого. Я как-то вот перед встречей прочитывал, мне очень понравилась одна вещь, которую я прочитал про Елену, про то, что после фильма «Мимино», да, как бы писали, что эта фраза как-то «подайте мне Ларису Ивановну», да? И вот с этой фразой там было написано, что Елена стала эталоном женской привлекательности в бывшем Советском Союзе. Встреча у нас сегодня будет немножко короче, чем всегда, потому что у Елены сегодня еще спектакль. Так что слушайте внимательно, вопросы задавайте короткие и тоже, чтобы не занимало много времени для тебя, потому что 2 часа это самое большое, что мы можем здесь сделать. Да, здесь есть ручки, здесь есть листы бумаги, если не хотите вслух задавать вопросы, пишите. И что, все? Представляю слово вам. Спасибо. Спасибо большое. Я очень благодарна вам за то, что вы пришли в этот зал. Спасибо большое за то, что вы улыбаетесь. У вас, судя по всему, радостное еще новогоднее настроение. Мне очень приятно, что я могу пообщаться с вами, потому что Вильнюс для меня город непростой, и он стоит не в ряду всех остальных. Здесь я снимала одну из своих картин, сюда я приезжала с каждым своим новым спектаклем. Мы здесь были с Сашей Абдуловым, «Царство ему небесное» со спектаклем «Все проходит», может быть, кто-то его видел. Мы здесь были с Андрюшей Паниным, тоже «Царство небесное», актером, с которым мы играли семейную идиллию. И сейчас привезли сюда новый спектакль, который называется «Невеста на прокат». Это, с одной стороны, комедия, с другой стороны, это очень душевная и добрая история о семье, о взаимоотношениях внутри семьи. Может быть, кто-то из вас сегодня будет на этом спектакле, чему я была бы очень рада, потому что мне кажется, что в наше суровое время, когда всеми возможными способами стараются нас разделить. Я не хочу говорить более сложных вещей, но мне кажется, что человек, который хочет быть добрым, человек, который хочет общаться, который старается не видеть зла, его ничем невозможно с этой дороги. Я себя причисляю к таким людям, оптимистам, и поэтому с любовью к вам сегодня я нахожусь в этом зале. Предложение.
Ну, наверняка все из вас, раз вы сюда пришли, знакомы с творчеством, видели какие-то картины, какие-то спектакли, что-то читали обо мне. Но будет интереснее, если это время я буду отвечать на какие-то ваши вопросы, зная, что именно это вам интересно. Потому что говорить я могу бесконечно, есть что рассказать, есть что вспомнить. Огромное количество потрясающих актеров, с которыми я работала, начиная с Амхата, да и до него, пока еще была молодой артисткой, ребенком практически. И, конечно, все, что я повидала в этой жизни, а я, наверное, земной шар не один раз объехала, и нет... Скорее всего, нет такой страны, где бы я в своей жизни не побывала. Поэтому делиться могу очень многим. Спрашивайте. Мне ничто не стыдно вам рассказать. Ну, про свою актерскую биографию. Нет, я не упаду. Я чувствую, как спасибо. Приятно запутаться. И про свою актерскую жизнь, творческую, и про свою профессиональную работу на телевидении. А это уже немножко другая история, скорее журналистская. Про свою личную жизнь я готова рассказывать, потому что я ее люблю, и я люблю всех своих близких. Готова делиться всем, что вас интересует. Про своих детей, про своих друзей. Пожалуйста, нету запретных тем. Я для вас абсолютно открыта. И для начала, пока вы, может быть, формируете свои вопросы, может быть, кто-то из вас возьмет ручки, карандаши, я хочу вам прочесть одно стихотворение, для меня не случайное. Стихотворение, которое обо мне говорит гораздо больше, чем, наверное, все мои слова. Это стихотворение великого поэта Пастернака о том, что такое быть известным. Я лучше не скажу про свою позицию, потому что всегда, стоя здесь и видя перед собой зрительный зал, я чувствую небольшую неловкость за то, что столько людей пришли со мной пообщаться. Наверное, если вы представите себя на этом месте, вам будет тоже так же, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неловко, очень ответственно. Позвольте, я эти стихотворения прочту. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не нужно заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отвечать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. В эту профессию я пришла неосознанно. Мне было всего 11 лет, когда в моей жизни, в моей судьбе случился фильм «Александра Мэтт. Звонят, откройте дверь». И моя героиня Танечка Нечаева, девочка, которая входила в большую взрослую жизнь, впервые полюбила, впервые разочаровалась, впервые сильно обиделась на что-то. Это было начало моей актерской судьбы. Вот это начало женского, настоящего естества. Женщина, которая может любить, может рыдать, может сочувствовать, может быть доброй, а может быть и злой. Да, вот в эти 11 лет, когда я была еще совсем маленькой, Саша Митар на съемочной площадке учил меня быть ответственным человеком. Он всегда мне говорил, общался со мной как со взрослой актрисой. Он говорит, Лена, ты пойми, вот мы сейчас с тобой здесь вдвоем работаем, вокруг нас столько людей, которые нам помогают. А потом все, что мы с тобой сделаем здесь, нам уже принадлежать не будет. Это будут видеть миллионы людей, которые, глядя на тебя, на твою героиню, на ее переживания, чувства, они будут соотносить свои мысли, свои чувства и равнять их с этим мнением, за они или против, так же они чувствуют или нет. Ты представляешь, с каким количеством людей ты сейчас потенциально общаешься?
Не знаю, как он мне это доносил, но я это очень чувствовала ответственности, поняла сразу. Он заставлял работать на все 120%. Я помню один кадр, там, где моя героиня Танечка Нечаева, увидев своего любимого пионер-вожатого, рыдает горько. Это первое любовное разочарование, потому что она видит его с другой девушкой. Я помню, что когда мне надо было это играть, я думала совсем не о несчастьях моей героини. Мне подарили щенка, я была счастлива, невероятно. И заставить меня заплакать, сесть на какие-то ступеньки какого-то чужого подъезда, 30 градусов мороза и рыдать, ну, это было просто, ну, нереально. Вот и все. Вот как вы ребенка заставите изменить свое настроение, да? Настроение счастья, всеобъемлющего. И Саша меня вывел на улицу, прижал вот так вот к стене этого дома и сказал: ты что вытворяешь? Почему ты, будучи главной на этой съемочной площадке, представляешь, сколько людей стоит, а там человек 30. Они все зависят от тебя, им надо домой, у них там дети, уже вечер. Какая ты актриса после этого, если твоя героиня тебе безразлична? И ушел, хлопнул в дверь. Я слышала, как человек: мотор, начали. И вот сейчас даже говорю, у меня мурашки бегут по телу. Я поняла, что я не могу быть самой по себе, я себе не принадлежу. Я как-то впрыгнула в эту мою героиню и увидела, как у меня из глаз брызнули эти слезы. Я села на это, на эту лестничную клетку, схватилась за эти прутья. И я рыдала так, как я не рыдала, наверное, никогда в жизни. За то, что я не такая, какой я должна быть. За то, что я никогда не стану актрисой. За то, что я подвела столько людей. За то, что в мире есть любовь, которая вот такая безответная и такая больная. Мы сняли 11 дублей, мои слезы не иссякали. И когда сказали: стоп, наконец-то мы сняли, я еще, наверное, часа полтора рыдала, меня никто не мог остановить, потому что вот это было проникновение профессии в самое сердце, в самую душу. Я до сих пор живу с ощущением вот этой маленькой Лены Проповой, которая, выходит ли она на сцену, играет ли она в кино, она несет ответственность за своих героинь. Она разделяет с ней их боль, их проблемы, их неудачи. Нет ни одной героини, даже отрицательной, которую бы я играла, которую я не старалась бы оправдать. Я считаю это наивысшей задачей, чтобы любая женская судьба, которая мной сыграна, была оправдана, объяснена и, во всяком случае, мною обласкана. Тому был большой пример картина «Единственная». Я не знаю, помните вы ее или нет. Где моя героиня, по тем временам, просто порочная женщина. Она изменяет мужу. Она решается жалеть мужчин самым известным и самым доступным женским способом. И ставили это как героиню отрицательную, ее надо было порицать, попком так решил и так далее. А я сыграла ее так, что я получала мешками письма, где мужчины мне писали о том, как они мне благодарны, что я им объяснила, что надо просто прощать, что это так легко и просто, и что каждый человек может оступиться. Мужчины возвращались в свои семьи. Женщины меня благодарили за то, что наконец-то они поняты в семье. Нет большего счастья для актрисы, чем вот так вот по-хорошему вмешаться в чужую жизнь. С одной стороны, вроде это не принято и нехорошо, но мне кажется, что наша профессия для этого и существует, для того, чтобы можно было со сцены, со своим зрителем общаться на те темы, которые взаимоинтересны. Что-то за время этого общения в себе изменить, может быть, что-то поправить, может быть, действительно кого-то простить. Я думаю, что, наверное, театр, хорошее кино для этого и существует. И, наверное, никогда ни телевидение, ни эстрада не смогут вытеснить вот этого живого общения, когда глаза в глаза, когда сердце в сердце, когда зрительный зал слышит тебя и отвечает тебе на то, что ты делаешь, самыми хорошими качествами своей души. За это я вам очень благодарна. Я знаю, что добрых людей, хороших на свете бесконечное количество. Практически все люди таковы и есть.
Другое дело, что их иногда меняет жизнь, обстоятельства. Они могут обозлиться, они могут нарушить даже свои самые такие правильные устои и какие-то жизненные принципы. Но за это их можно только жалеть. Ни в коем случае нельзя осуждать. Мне так приятно сейчас видеть, что вы улыбаетесь, и в глазах у вас столько добра. Спасибо вам. Может быть, кто-то о чем-то хочет спросить. А почему Александр Беза вас выбрал в 11? Ой, это потрясающая история. Я называю это историей о плате. История о плате, потому что вторым режиссером на этой картине был мой родной дедушка Виктор Тимофеевич Проклов, который всю свою жизнь проработал актером, в основном работал в театре в Германии, а когда вернулся в Москву, то он никому не стал нужен, как актера его нигде не принимали, и он пошел работать в Мосфильм вторым режиссером на самую, не побоюсь этого сказать, собачью работу. Работа, которая требует участие с утра до ночи, а иногда и ночью. На него сыпятся все шишки, почему не те артисты, почему тогда приехали, почему не здесь костюмы, где машины и так далее. Это человек, который отвечает за все и которому не благодарен никто. Но мой дед любил эту работу, во-первых, потому что она позволяла ему кормить семью. Во-вторых, потому что он просто без работы жить не мог. И Саша Мита, режиссер, хотя в то время и молодой, но очень знающий, чего он хочет, к тому моменту, когда мой дед решил обратиться ко мне, опробовал, по-моему, около 12 тысяч девочек. Это 12 тысяч, кто приходил, он смотрел и отменял. Приходила девочка, он смотрел и отменял. Всех этих девочек ему, ходя по школам, ездя по городам всего Советского Союза, приглашая, значит, этих девочек с родителями на Мосфильм, все это делала режиссерская группа, главный, в которой был мой дед. И к этому моменту он сказал: я все, я ухожу, я просто снимаю. Уже собак к нам приводит, может быть, посмотрите. Кого-то мальчиков приводили, ну ладно, девочка, вы представляете, какой у нас мальчик, он же такой талантливый. В общем, приходили все, кому не лень, всех надо было просмотреть, каждому надо было что-то ответить. Саша Мита не находил актрису. Но самое страшное было даже не просматривать этих девочек. Как их просматривали? Им давали небольшой эпизод сыграть. Это была сцена героини со своей подружкой. И надо было не только героиню, но еще и подружку. Каждый, чтобы выучил текст, каждый, чтобы его знал, с каждым порепетировать, потом показывать Саше Мите. Прошло полгода, героиню не находили. И тогда дед мне сказал: Лен, смотри, я больше не могу, я, говорит, устал. А на деда еще входила обязанность со мной после школы брать с собой на Мосфильм. Я там делала уроки, я там кушала, потому что все работали. Я сидела в этой холодной каморке Мосфильма и занималась своими делами. Играла, читала, делала уроки. Он говорит: значит так, хватит этого простоя, я уже устал готовить по двух девочек, учишь роль подружки и с каждой из девочек ее работаешь по вечерам. Это твоя дополнительная работа. Я выучила, я учила все просто за одну секунду. Один раз прочла, все выучила. Эту роль подружки я выучила и помогала всем этим девочкам. Естественно, меня знала вся группа, Саша Мита подкармливала меня какими-то бутербродиками, конфетками. Но никто на меня не смотрел, как на героиню, как Саша потом мне рассказывал. Он говорит: я же представляла, что это такая Татьяна Ларина с черной косой, большие глаза, первая любовь. То есть мы играем серьезную драматическую роль. А я была с белыми крысиными хвостиками, с фантами, с такими, была очень маленькая, потому что занималась к тому времени спортивной и художественной гимнастикой, много проводила времени за занятием спортом, была сухенькая, маленькая. Меня многие спрашивали: девочка, а ты в школу ходишь? Что было мне обидно. Ну, в общем, совсем никак не героиня. И потом, когда уже все было безнадежно совсем, Саша мне так рассказывала у него: я, говорит, начинаю думать о героине. Вот, а может быть, вот эта вот девочка, ничего. А вспоминаю, как ты смешно сыграла там, допустим, с этой девочкой. Или как ты вдруг раз и по-другому сыграла с другой девочкой. И я понимаю, что я все время думаю не об этих девочках, а я все время думаю о тебе. Вот я ночью проснулась, нет героини. А у меня раз,
передо мной, говорит, и твой образ. Я гоню, тебе не подходит, совсем не подходит. Опять ты возникаешь. Говорит, я обратился к Виктору Тимофеевичу, моему деду, и говорю ему, что, ну, а как ты думаешь, может быть, мы как-нибудь покрасим ей волосы в черный цвет? Дед говорит, актрисой она не будет никогда. Об этом позабочусь я. Я, говорит, за свою жизнь нахлебался столько от этой профессии. Я не хочу, чтобы в моей семье был кто-то еще так же несчастлив, как я. Категорическое нет. Вот она вам помогает, и хватит. Но, тем не менее, кино дело такое. Чем больше говорят «нет», тем больше это завладевает умом режиссера. И как Саша говорит, я в конце концов решил тебя попробовать на эту роль. Я как сейчас помню, это был поздний-поздний вечер, мы уже все собирались домой. Приехал сценарист, великий человек Александр Володин, лучший сценарист того времени, да и, наверное, не только того, у которого потрясающие картины, который являлся, так скажем, каким-то таким камертоном, да, человеком, который очень чутко чувствует время, который может по-честному даже в советское время говорить о чем-то важном. И говорит, я даю тебе задание, Гулен, у нас сейчас другая история. А хотел, говорит, я посмотреть, как ты умеешь плакать, всего лишь плакать. Какой в тебе есть мир? Потому что ты все время играла, ну, такую хохотушку, смехотушку. Он говорит, вот представь себе, у тебя же есть дедушка, которого ты любишь. Я говорю, да, конечно, я дедушку очень люблю. Он говорит, вот представь себе такую ситуацию. Вот сидит доктор, а сидит Володин, который присмотрел уже человек в этот день, совершенно, говорит, никакой. И говорит, вот это врач. И ты приходишь домой, а дедушке плохо. Плохо с сердцем, взрослых нет. Что так и не знаешь. Но ты знаешь, что сосед по твоей клетке – это доктор. И ты поздно ночью стучишься к нему, а у него только что была операция, через час еще операция, он этот час отдыхает. Тебе надо его уговорить, чтобы он пошел к тебе, к дедушке, ему пора. Выходи за дверь, готовься. Я выхожу, думаю, как же так? Мой дедушка только что здесь ходил. Ну ничего не болит, как это мой дедушка может умереть? Это что за бред такой? И Саша говорит, начали. Я помню, как я влетаю в эту комнату, хватаю Володина вот так вот за грудки и говорю, быстро ко мне, быстро, дедушка, мой дедушка. Мой дедушка умирает. И все. То, что я помню дальше, это то, что я поздно ночью их двоих притащила на другой конец Москвы к себе домой и в истерике билась, где мой дедушка, жив он или нет. Вот, говорит, никто не мог даже подумать, что может довести до такого состояния нас, двух взрослых мужиков, когда мы подхватились, поехали, и ты не давал, говорит, нам покоя. Это, говорит, решило все. Ко мне подошел Володин и сказал, а что ты думаешь? Вот героиня сегодняшнего времени, вот женщина, которая может сострадать. Да, маленькая, но ты посмотри, как ей больно даже за то, что не происходит на самом деле. И меня Саша не так утвердила на эту роль, но это не все. Надо было пройти еще худсовет. А в худсовете, помимо меня блатной, значит, были еще две девочки. Одна уже снималась в кино, была известная, другая была чья-то дочь, тоже в узких кругах известная. И худсовет говорит, нет, мы ее снимать не будем. Ну не будем, она не подходит. У нас же есть ваша заявка, как вы расшифровываете эту роль и так далее. Саша встает в позицию и говорит, или она, или никто. Он говорит, вы подумайте три дня, может быть, мы вас снимем с режиссурой и поставим другого актера. Он был молодой режиссер. Через три дня они собираются. Понимаете, от этого сценария отказываются все. Что другой никто снимать не будет. Он говорит, ну хорошо, вы попробуйте, давайте мы сделаем несколько съемочных дней, а дальше будем смотреть, как развиваются события. Назначается съемочный день, в этот день я просыпаюсь, волнуюсь, конечно, и вижу в зеркало, что вот так вот у меня одну сторону раздуло, у меня свинка, снимать меня нельзя. Звонят, сообщают об этом Саше, температура высокая. Говорит, ничего, подождем, потянем, подождем, я поснимаю что-то другое. Снимают какие-то проезды машин и так далее. У меня все спадает, на следующий день назначают съемку, я просыпаюсь, у меня вот так вторая сторона. И Саше говорят, нет, все, это последний день, будешь снимать
Волкова, по-моему, была такая молодая девочка-актриса, к тому времени уже снявшаяся в двух главных ролях. Ее назначают художественным советом на съемке и начинают снимать эту картину. А мне все равно, у меня есть моя любимая художественная и спортивная гимнастика, у меня тысячи увлечений, рисование, у меня собака новая, в конце концов. Я как-то вообще не переживаю. В школу ходить не надо с этой свинкой. Потрясающая детская жизнь. И буквально через неделю где-то съемок этой героини, Волковой, по-моему, Наташей ее звали, Саша отказывается от режиссуры. И говорит, я не буду это снимать. Мне это категорически не нравится, это совсем не то, что я хочу. Это, знаете, старое кино, где маленькая артистка все играет, ничего не по-настоящему. Она все придумывает. Это просто, говорит, вот не мой формат картины. Говорит, ну и что ты предлагаешь? Он говорит, вот предлагает все-таки позвать Лену, попробую ее снимать. Ему разрешают это. И вот уже, представляете, прошел почти месяц после начала съемочного периода, когда вот с такими трудами по блату, против воли моего дедушки, который просто поругался с Сашей надолго, я стала сниматься в этом кино. У меня были очень молодые родители, которые так легко сказали, ну, ой, здорово, Леночка утвердили, да пускай снимается. Она талантливая, она уроки все сделает после съемок. И действительно, я снималась, поскольку это был свой дедушка, и я не 4 часа работала, а 8-12, как детям не положено. Но дедушка-то свой, он понимает, что там горит какой-то творческий процесс, надо нагнать эти дни. И после этих достаточно тяжелых на морозе, зима была суровая, я возвращалась домой, мама меня клала отмокать в ванну в горячую, после этого собирала и отправляла на мороз идти к педагогам заниматься, чтобы я раз в полгода сдавала экзамены, а сдавала их уже с 4 класса, получается, чтобы я не пропускала школу. И вот где-то часам к 11 я приползала домой, совершенно никакая, со сделанными, правда, уроками, с работой с репетиторами. И тут я должна им сказать огромное спасибо чаще всего, но не все репетиторы, но некоторые. Говорю, Леночка, ну зачем тебе эта химия? Ты мне лучше расскажи. А вот скажи, пожалуйста, а правда, что у Табакова то-то? А правда, что у Тихонова жена другая? Я была такой, кроме журнала «Советский экран», больше никаких не было изданий, которые бы рассказывали о личной жизни артистов. Я была таким переносчиком всех сплетен из фильма. Было это легче, чем учить химию, поэтому я такой немножко полунеуч. Мне ставили там 3-4 раз в полгода. Вот. Но были и серьезные педагоги, это, безусловно, математика, где педагог считал, что мне надо идти по этой линии, потому что я действительно очень хорошо в ней разбиралась. И русский, и литература, это были мои любимые предметы, и там я работала на отлично. Но вот так неожиданно попав в это кино, в общем-то, получилось, что не я выбирала судьбу. Как-то судьба меня выбрала. Она вот так вот прямо из детства меня за шкирку взяла и бросила во взрослую профессиональную жизнь. Детства не было. Не было ни выпускного бала, не было первой школьной любви. Много чего не было, что есть у всех остальных людей. Но, с другой стороны, появилось то, чего у многих нету. Появилась та профессия, которая стала для меня смыслом моей жизни. Я себе без своей профессии жизни не представляю, хотя я много умею, я не ленивый человек, я хорошая домашняя хозяйка, я неплохая жена, я вырастила двух замечательных детей, но без этой профессии, наверное, бы не оставалось моего такого увлеченного и детского отношения к жизни, потому что каждая новая роль – это новая жизнь заново, когда ты все заново решаешь на все те же проблемы, которые ты вроде бы не раз уже в жизни прошел, ты смотришь с позиции своей героини и зачастую у нее учишься, понимая, какие ошибки ты делала раньше. Поэтому, если кто-то в зале есть, кто мечтает об этой профессии, у кого есть силы, я советую. Нету профессии лучше. Многими, начиная от Миронова, Высоцкого, Золотухина. С кем интереснее было тогда или сейчас? Компаньоны. Я поняла вопрос. Партнерство в актерской профессии, наверное, самое важное, что есть. Так же, как
в любой жизни, любого человека, какая бы у него ни была профессия, наверное, важна не только профессия, любовь к ней, но и важно, какой коллектив, какие люди тебя окружают, какие с ними отношения. И, конечно, в этом плане я должна вам сказать, что своей судьбе могу говорить только огромное спасибо. Я всю свою жизнь, начиная с 11 лет, общалась с актерами, ну так скажем, высшей пробой. Первый же фильм «Звонят, откроется дверь» Ролан Антонович Быков, Олег Николаевич Ефремов, Ирина Сергеевна Савина, ну и не считая как бы многих других потрясающих артистов, Болдуман Махатовский. Вторая моя картина «Снежная королева», Леонов. Вы понимаете, когда я пришла в Амхат, а мне было тогда 15 лет, я экстерном закончила 9-10 класс, потому что мне не терпелось скорее попасть на профессиональную сцену. Ведь в это время, в свои 15 лет, я работала в картине, опять-таки, Саши Меты, которая называлась «Гори, гори, моя звезда». Табаков, Ефремов, Куравлев, Мордюкова. Это были артисты первой величины, а для меня они были мои друзья. Я могла Олег Николаевич Ефремов сказать: «Олег, налей мне чайку». Да, и он бежал, мне наливал, приносил из дома конфетки. Жена ему собирала бутерброды, он обязательно со мной делился. И так было с ними со всеми, потому что я для них, для всех всегда была маленькая. Каждый из них считал меня нужным чему-то научить. А для меня они были, и до сих пор, наверное, нет такого актера, которого я могла считать: «О, вот это». Я иногда думаю, а кому бы я подошла попросить автограф? И не потому, что я такая зазнайка, просто я воспиталась в том, что актерская семья – это едино. Нету тех, кто выше, нет кто ниже, нет кто хуже, нет кто лучше. Есть или общее дело, и тогда все равны, или этого дела никогда не получится. Поэтому все мои актерские связи… Пришла потом в 19 лет уже работать в театр, куда меня позвал Олег Николаевич Ефремов, проработала 20 лет в Амхате. Представляете, какие актеры вокруг меня были? Это и старая гвардия Тарасов, Тарасова, Грибов, Яншин. Это и молодые актрисы к тому времени. Это была Ирина Мирошниченко, это была Доронина, которая пришла к нам в театр. Да я не знаю, в Амхате, наверное, было все звезды, какие только могли быть. Это и Невинный, это Борисов Олег, это... Ну, я не знаю, я буду сейчас перечислять, да весь МХАТ можно перечислить. Да, это всего лишь мои партнеры, это мои друзья. Это люди, с которыми я делю время, профессию, хлеб, кровь, дорогу и так далее. Поэтому я избалованный человек, честно вам скажу. Я очень избалованный человек, потому что я всю жизнь общалась с людьми, от которых можно было брать бесконечно. Они были все так талантливы, они были все так восторженно воодушевлены своей профессией. Каждый из них старался отдать все, что у него есть. Это вообще свойство актерской профессии, которое не мешало бы всем людям перенять желание отдать, а не желание заполучить или отнять и так далее. Мне кажется, вот в нашей современной жизни этого очень не хватает абсолютно всем. В любых странах, в любых государствах, в любых обществах мы перестали любить отдавать. Мы все время думаем, чего нам не додали, чего мы недополучили, а почему у этого, а у меня нету и так далее. Такой ошибочный путь, который приводит к очень несчастной жизни. Я так рада, что я приехала сюда к вам при всех распрях между нашими странами. Да вообще во всем мире, наверное, я радуюсь тому, что это происходит где-то там наверху. А люди в основном остались те же. Да, может быть, стало сложнее жить, может быть, менее ярко можно проявить лучшие стороны своей жизни. Все равно нужно. И все равно нужно. И поэтому, когда меня приглашают в бывшие страны Советского Союза, хотя иногда предупреждают, что будет сложно, что могут быть какие-то не очень лицеприятные происшествия, а я еду, я ничего не боюсь, потому что если сказать сейчас о моем взгляде на, так скажем, устройство земного шара, я могу сказать вам свою позицию. Я уже давно не чувствую себя гражданином России. Я чувствую себя землянкой. Вот есть планета, Земля, она такая маленькая, особенно когда ты задом прилетаешь ее вокруг. И вот это вот разделение на границы, на разные законы и так далее.
И совсем скоро, я уверена, нам придется отчитываться и разговаривать с инопланетянами. Что мы будем, о чем рассказывать? О чем? О том, как мы не бережем нашу планету, о том, что мы делаем с природой, о том, как мы друг другу портим жизнь. Я, допустим, ощущаю человеком, у которого нет врагов. И нету, как сказать, тех стран или тех правительств, которые, против которых бы я внутренне могла восстать. Мне есть те, кого жаль. В основном это касается, естественно, высшего эшелона власти. Мне жаль тех людей, которые все свою жизнь тратят на то, чтобы портить, разъединять и сеять зло. Мне кажется, что очень-очень скоро должно прийти то время, когда с этим будет покончено, когда мы все лучшее, что есть у нас, будем отдавать. И это будет приносить нам самую огромную радость. Потому что человеку надо очень много. Ну, громче говори. Слово «простой» подходит. Хорошо. Вот как вы выходили из этого состояния, что вам помогло и в чем вы искали опору? Потому что в жизни каждого человека бывают эти перепады резкие, когда то взлет, то посадка. И вот для каждого очень важно, в чем можно найти опору. Спасибо большое за вопрос. Я считаю, что он действительно очень важен в жизни любого человека. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги. Я к этому очень серьезно отношусь. Я считаю, что вот это состояние комфорта, когда ты одинок, не в том смысле, что ты одинок, а в том, что ты позволяешь себе дать какое-то пространство для того, чтобы сформировался твой новый этап твоей личности, когда ты должен подбить результаты, когда ты в чем-то должен себя осудить, от чего-то отказаться, куда-то устремиться, или вдруг сказать, нет, вот это все в прошлом, а я хочу вот этого. Да? Нас отучают от этого. Нас отучают от этого с детства. Всегда должна быть цель. Мы всегда должны прямым путем куда, зачем. Нам не дают времени подумать, а нужно ли нам это на самом деле. Мы сами себя не знаем. И вот работая в этой профессии, я вдруг поняла, что вот как в профессии я беру роль, я начинаю ее делать, да. Я начинаю изучать связи моей героини с ее друзьями, с ее прошлым, с ее родителями, которых, может быть, даже нет у нас, но они же были, да. Что она прожила до этого, как она сформировалась. И вдруг в какой-то момент я останавливаюсь, думаю, я ничего про нее не знаю, про свою героиню. Я не знаю, что она любит, а что она ест на завтрак. А как она относится к бездомным собакам? А почему она ни слова не сказала своей матери на сцене? Да? Что в жизни этого человека было таким основополагающим, чтобы вот эта личность совершилась? И вот в такие минуты застоя в работе, я понимаю, что такие минуты застоя в судьбе человеку необходимы. Просто нас неправильно воспитали, говоря о том, что такие минуты, они как бы нас разрушают, они ничего не значат. Да нет, именно в этот момент мы формируем себя. Нужно себе позволить стать никем, нужно себе позволить уйти от признанной славы, нужно себе позволить посмотреть на себя со стороны. И все те моменты моей жизни, когда я уходила из театра со съемочной площадки, когда я выбрасывала телефон, и по 2-3 года я не общалась даже с близкими друзьями, это были годы моего формирования самого основного. Проработав 20 лет в Амхате, я ушла оттуда, обрубив все концы абсолютно, даже уехав из Москвы жить за город. Я это сделала, потому что я понимала, что я живу негармонично, я слишком артист, у меня слишком много и на экране, и в периодике, в изданиях каких-то. И я там, и я сям, я на фестивалях, я получаю призы. А я-то, Лена Проклова, просто женщина, я где? Я не могу уже 4-й год родить ребенка, а я хочу это сделать. А врачи мне говорят, что моя профессия давит на меня, она не дает мне пространства, все эти нервы, которые я трачу, они не дают мне этой возможности. И я вдруг поняла, действительно, своей жизнью я не живу. Я завишу от зрителя, я завишу от своей роли, от гастролей, от того, кто что захотел. А как же я не сыграю эту роль, а вдруг потом мне дадут? Меня нет, я стерта напрочь. И я себе позволила сказать, нет, я не стерта, я могу быть любой. И я ушла. Через год я родила ребенка.
мою любимую Полишу, которой сейчас 21 год. Долгожданного ребенка, которого я десятилетия не могла родить. Я ее родила, когда моей старшей дочке уже было 24. Мы с моей старшей дочерью вдвоем ходили с животиками. Она носила мою внучку, а я носила свою вторую дочку. Большего счастья, чем это, я даже не могу описать. Ни одна роль, ни одна премия, ни один восторженный зритель не дали такого счастья, как простое, обыкновенное, женское, доступное каждому. Поэтому как это переживать? Да с удовольствием. Можно терять профессию, можно ее менять, можно оставаться одной для того, чтобы себя лучше понять. Мне кажется, что надо это воспитывать в наших детях с детства, что они сами по себе ценны. Не только результат их труда, их творчества и так далее, как их оценивают другие. Не это есть единица измерения. Каждый человек обязан быть счастлив. Каждый человек обязан под конец своей жизни. А я с детства почему-то мечтала о старости. Может, потому что в детстве очень много работала. Я думаю, вот старость, я как бабушка, я никуда ходить не буду. Мне домой будут приносить деньги, а я буду отдыхать. Да ничего подобного. Мне сейчас 7-й десяток, признаюсь. Я неплохо сохранилась. Но ничего у меня не получается с тем, чтобы вот начать так жить, как я мечтала. Да? Профессии не дают. Да все молодых должны играть, да все про любовь, да все со страстями и так далее. А что остается? Приходится худеть, держать себя в форме, заниматься своей внешностью, отпускать длинные волосы. Потому что у меня героини такие, они меня подгоняют, они меня заставляют оставаться женщиной, потому что, очевидно, это еще нужно моему зрителю. Он радуется, когда я на сцене изображаю ту или иную женскую судьбу. Но я все равно до сих пор мечтаю о старости, когда я буду только расти цветочки, когда я могу позволить себе печь пироги, в доме будет пахнуть хлебом, я стану толстенькая, пушистенькая. Да, это моя мечта. Я же сейчас не могу ни пирожок съесть, ни хлеб, ни сахар, ни пирожок, ничего вообще. Я очень несчастный человек. Вы умная женщина, и я скажу почему, потому что вы сказали о счастье, что человек должен быть счастлив. Это очень важная ваша позиция и очень привлекает вам. Я хотел бы вас спросить, вот вы прошли, так сказать, многое, и советское кино, и вот современное, прошли, так сказать, эпоху застоя, когда все было регламентировано, когда была идеологическая установка ЦККП и так далее. И вот сейчас, когда свобода, когда куча крови, трупов на экране, и все это выдается тоже за искусство, тоже за кино. Мне хотелось бы вас, женщина, явно обладающая философским мышлением, подходом к жизни, спросить о том, вот ваша оценка, в чем разница и что хорошо, что плохо здесь? Спасибо большое за этот вопрос. Он действительно волнует меня очень сильно. Потому что нет ничего, наверное, страшнее для актрисы, а я и театральная актриса, и киноактриса, это бесконечно отказываться от киноработ, которые предлагаются. Это большое испытание. С одной стороны, как моя любимая профессия, я давно не востребована в кинематографе, и это мое решение. С другой стороны, наши сложные времена – это повод заработать деньги и кормить свою семью. И я тоже от этого отказываюсь. И это тоже не просто. Чем сложнее времена, чем сложнее заработать деньги, тем больше искушение поступиться какими-то своими принципами. Но вот как эти много крови, много боли, все это сейчас на экране брызжет, даже не так, как в жизни. А я не смотрю даже телевидение, я не хожу в кино. Я с упоением читаю классику. Я смотрю Animal Planet про животных, а они гораздо добрее, даже если это об их охоте. Вот. И что я хочу сказать? Мне кажется, что сейчас не время, а безвремение, в котором каждый из нас повинен. Каждый из нас. Потому что говорить, что это вот решают там. Нет, мы же ходим на эти картины. Мы же включаем телевизор и смотрим это кино. Мы не объявляем бойкот этому
нечеловеческому отношению к нашим человеческим ценностям. Ведь вы возьмите любого человека, спросите его, а что он любит, о чем дорожит, о чем помнит, что хотел бы передать детям. Это что, вот этот кинематограф, который есть сегодня? Ведь мне предлагают роли только такие. Я или вдова расстрелянного милиционера и рыдаю на его могиле, или я вдова вора в законе и так же рыдаю на его могиле. Да? А вот и все роли на мой возраст. Что, кому-то интересно, какие проблемы у женщины нашего возраста? Да никому не интересно. Нам интересно или молодые, секс, или кровь. Но ведь не это есть жизнь. Она же проскальзывает между этого всего и несет все равно какие-то вечные ценности. Об этом интересно говорить, об этом интересно играть. Все роли, которые я выбираю в театре, а там я имею право выбирать, потому что... как бы сказать, пока еще на сцене есть хорошие драматурги, хорошие режиссеры, есть партнерство, и самое главное, есть зритель, который хочет приходить. Ведь в зал никогда не придет на театральную постановку зритель, которому неинтересна вот эта сторона жизни. В театр-то ходят самые лучшие, те, которых волнует это. А телевизор включают, да в кино входят все, кому не лень. Ну, если вы со мной согласны. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день театр – это, пожалуй, единственный вид искусства, который привлекает к себе все больше и больше, в хорошем смысле, талантливых людей. А талантом я называю не умение так или это что-то преподнести, а талант – это умение быть с кем-то вместе, да, услышать другого, понять, впитать в себя, чем-то поделиться и так далее. Поэтому в театре на сегодня публика талантливая. Она хочет слышать о добре, она хочет слышать о любви, она хочет слышать о человеческой боли и желании от нее избавить. В кино таких людей нет. Там уже идет попкорн, смотрят неважно что. И я считаю, что в кинематографе сейчас без времени есть некоторые работы, есть, безусловно, очень одаренные, но они все равно разрушающие, они все равно о негативе, они все равно... Я ни одной работы последней не видела, чтобы она была вот примитивной, о любви. Их нет. А любовь-то ведь есть. Объясню, в чем поспорить. Сериалы все адские. Немножко с кровью, но в сериалах уровень актерского профессионализма очень низок. Вот в чем все дело. Предлагают, приносят. Ой, Леночка, у нас сейчас 53 серии, потом еще 112 намечено. А каждый день снимается по одной серии. Я так не умею. Я просто не умею. Мне не так учили. Может быть, я, конечно, что-то путаю, но вот я ни одного сериала, от которого я отказалась, не видела. А я обычно включаю, думаю, ой, Господи, какое счастье, что я это сделала. Ой, как хорошо, что меня там нету, да? Я включаю и понимаю, что по-актерски это актриса. Может быть, она играла там, потому что ролей нет, потому что деньги в семье нужны. Но я знаю, что она потом плакала в подушку, как это получилось. Если она талантлива, то же это невозможно сделать хорошо. И знаете, как вот в голодное время вы будете жевать из-за плесневелый хлеб, так же вот в голодное киношное время вы будете смотреть сериалы и радоваться, что хотя бы они про любовь. За что я обожаю наших женщин, что они смотрят эти сериалы. Они не смотрят это поганое кино о войне, о крови и так далее. Все равно про любовь хотим. А что может быть лучше любви? Я не знаю. Еще один вопрос. Малахову, вы также там отдавали себя неплохо, но не было ли это для вас потерянным временем? Нет, не было потерянным временем. Я заработала столько денег, что смогла построить квартиру. Нет, ну а что, как бы любая профессия, она несет материальное вознаграждение. А работа на телевидении, это, наверное, самые большие гонорары, которые я когда-либо в жизни получала. А 6 лет работы на этой программе, так я теперь могу отказываться от чего хочу. Нет, конечно, и не только в этом плане. Это уж я так иронизирую. Безусловно, это не очень
мой формат, потому что я бы чуть иначе вела эту программу, но герой у нас Геннадий Петрович Малахов, достаточно самобытная, народная личность. И я, безусловно, там была вторая и должна была просто ему помогать как-то это все делать, чтобы общаться с публикой, что я умею делать в силу своей профессии. И это было моим сектором работы в этой программе. Всех позвать, каждого спросить, чтобы никто не остался обделенным, объединить зрителя, который сидит, да еще и того, который около экранов. Это была моя часть. А Геннадий Петрович, он показывал позу вялого огурца, он натирался лыжной матерью и так далее. Я его очень люблю, поверьте, он необыкновенный человек, очень простой, очень добрый, очень влюбленный в то, чем он занимается, такой собиратель народных рецептов. Я думаю, что в свое время, пока еще не было на всех программах вот этих оздоравливающих программ, эта программа была очень нужна в основном старикам. Потому что они забыли. Она была, знаете, такая, как рукопомощь. Да мы о вас помним, мы каждый день как-то посоветуем. Да мы скажем, как мне дорого за собой следить и так далее. Я помню, что пока шла эта программа, куда бы я ни приезжала со спектаклями, у меня человек 15-20 всегда ждало около входа со своими проблемами. У меня болит то, у меня не работает это, что мне сделать. Как... Я стояла, значит, все это честно отрабатывала, потому что я сама увлекаюсь народной медициной. Никогда, не сглазить, не пила никаких ни таблеток, ничего. И опять-таки, я здорова. Вот. Дай Бог, чтобы так продолжалось. В одном интервью вы говорили, что если бывают какие трудности, надо уметь договариваться с судьбой. Вот не могли бы вы поделиться опытом? Как вам удается это делать? Ой, с удовольствием. Как я вам благодарна. Вы задаете такие вопросы, которые на сегодняшний день являются, ну так скажем, теми отправными точками, между которых я двигаюсь и живу на сегодняшний день. Потому что все равно вехи расставлять в своей судьбе нужно, и должен делать сам человек. Нельзя полагаться на то, что твое начальство или твои родные или близкие тебе поставят вехи, а ты только по ним бегай. Нет, что сам себе поставишь, то и получишь в конечном итоге. Вот очень много, может быть, прочитанных книг, в какой-то мере даже, может быть, эзотерических, философских, меня привели к тому, что каждый человек, он имеет право сформировать свою жизнь. То есть он может себе заранее поставить те точки, к которым бы он хотел прийти. В конце концов, что наш организм, что весь окружающий мир, это наша проекция. Ведь когда мы умираем, это не существует для нас, да? Значит, это все равно наше видение мира, наше к нему отношение, наше восприятие. Рядом человек стоит. И мы говорим, посмотри, какой красивый розовый закат. Какой розовый? Красный. И так далее. Мы видим все по-другому. Даже стоя рядом. Мы оценку одним и тем же явлением даем совершенно разную. Если мы говорим о том, что надо договориться с судьбой, то надо всего лишь ей сказать, что я хочу. А потом просто идти по направлению к тому, что я хочу. Не требуя, чтобы это было немедленно, а просто сказать, я хочу, вот там, я не знаю, я хочу, чтобы у меня было трое внуков. Например, да? Не родит дочка, я возьму из детдома. Это не значит, что кто-то обязан мне это давать. Это значит, что то, что я хочу, я в силах осуществить и в силах надеяться на то, что жизнь, которая меня окружает, люди, друзья и так далее, мне в этом готовы помочь. Во всяком случае, я их буду так ориентировать. Ведь согласитесь, наши самые близкие люди, которые, ну, допустим, я беру мужа, да как ты можешь, сколько я тебя просила, почему ты опять это не сделал? Это бесконечность. А если я говорю, Господи, какое же тебе спасибо, что ты вчера это сделал. Я знаю, что сегодня у тебя не было времени. Ну, как я тебе за это благодарна? Глядишь, неделю это делается без разговора. Потому что мы в это верим. Мы в это верим. Мы создаем ту атмосферу, договариваясь с судьбой, при которой это не сделать невозможно. Это касается близких, детей, профессии, работы. Во всяком случае, в моей жизни так. Во что мы верим, то у нас и случается. Если мы живем в негативе, нам все не нравится, нам все плохо, нам все мало, нам все не так, как мы хотели, ну вот мы так и будем жить. А я просыпаюсь каждый день, говорю, Господи, я пишу дневник до сих пор. И первое, что я пишу с утра, когда я просыпаюсь, я пишу, Господи, я благодарю тебя, у меня есть еще один день жизни. Я благодарю тебя, что стоит
солнечная погода или идет дождь, мне не важно, что я за все благодарю, потому что я жила и эта ценность уже сама по себе. Да плюс я еще здорова, да плюс у меня есть моя профессия, да плюс у меня дочка, там, я не знаю, замечательно закончила институт, моя собака родила щенков, да, конечно, я счастлива, я живу в своем доме, мне есть что кушать. Я сегодня буду играть в спектакль, не важно, что он за 200 километров, я на седьмом десятке буду туда трястись, у меня есть моя профессия, я заработаю деньги. Понимаете, это все внутри нас, ничего снаружи нет. Вот если вы будете считать, что вы счастливы, и что вам крупно повезло, хотя бы потому, что вы живы, а как один мудрец сказал, что каждый вдох – это миллион возможностей. И это действительно так. Ведь каждый наш вдох, он говорит о том, что бесконечность. Хочешь – пойди туда, хочешь – туда, хочешь – быть несчастным, поплачь, хочешь быть счастливым – да улыбайся, в конце концов. Чем плакать-то? Это что-то меняет, это как-то вас… к вам меняет людей, но только если в ту сторону, что, ой, как надоело, все время плачет, все время недовольна, ей все время всего мало, да? Как только начинаешь себя настраивать на то, что ты счастлива, люди тянутся к этому, люди хотят быть рядом с счастливым человеком, они хотят от него питаться, они хотят с ним это обсуждать. Я считаю, что чем более идиотски мы будем счастливы каждый день, тем нам будет лучше. С Александром Макдоновым, вернее, даже ваши семьи. Хотелось бы вот что-то хорошее, светлое об этом человеке услышать. Ой, с удовольствием. Спасибо опять-таки за этот вопрос, потому что я думаю, что нет ни одного человека, который себя бы что-то представлял, если у него нет друзей. Это несчастный человек в любом случае. И должна вам сказать, что Саша Абдулов для меня человек очень неоднозначный, очень неординарный. И я до сих пор не могу поверить, что его нет. Не могу поверить, потому что, ну как, он настолько был создан для этой жизни, он настолько умел ее вкусно разжевывать, проживать, иногда даже наотмашь портить свою жизнь. Он очень такой неординарный был человек, и вокруг него всегда собиралось огромное количество людей, которые, на мой взгляд, сами не могли вот так жить. Им не хватало кому смелости, кому таланта, кому добра. Вокруг него было всегда человек 20 мужчин-друзей. И я любовалась этой дружбой. Как они друг друга поздравляли, какие они устраивали друг другу какие-то подвохи, друг друга обманывали, друг друга чем-то награждали, откуда-то что-то везли, приглашали с собой за границу. Как они умели кутить, как они умели классно выпивать, говоря друг другу хорошие слова. Я любовалась всем этим, потому что я так не умею. Ну, во-первых, потому что я женщина, у женщин дружба какая-то такая, на мой взгляд, не очень. У мужчин как-то она лучше, очень, чем у нас, у женщин. Они умеют это делать. И Саша был потрясающий друг. Не было ни одного человека, который был бы рядом с ним, я имею в виду мужчин, которому бы он не помог в профессии, в деле, в бизнесе, в любви, в том, чтобы вытащить из какой-то депрессии, вытащить из запоя, наоборот, запить с кем-то вместе. Он был человек, который за одну свою жизнь проживал сразу 20 жизней. Это была жизнь друга, это была жизнь любовника, это была жизнь отца, это была жизнь актера и так далее. Он вмещал в себя все. Он был необъятный по объему своей души. И то, что с ним произошло, безусловно, трагично, и не только для нас, его друзей, его родственников, его зрителей. Это трагично само по себе, потому что Земля потеряла удивительную личность. Вот когда говорят о том, что сейчас существует банк данных для воспроизведения в пробирках рода людского, вот во всех пробирках должна быть, извините, была его генетика, потому что это был человек на 10 жизней рассчитан. Я не знаю ни одного мужчины в своей жизни,
с которым я была знакома, с которым я была близка, которых я просто наблюдала, которые так бы много давали. А для меня это самый большой критерий любого человека, будь то мужчина, женщина, особенно мужчина, потому что они все-таки отвечают за нашу с вами женскую жизнь и за жизнь наших детей, они ответственны. Мы рожаем, мужчины защищают. Он был воин, вот настоящий воин, который воевал за все, что с ним рядом происходит. Если все окружение могло, допустим, на какие-то события реагировать, обсуждая это в своей компании, то он это всегда обсуждал в прессе, он всегда писал какие-то письма, он всегда был, даже иногда, на мой взгляд, глупо, воинственным, но это всегда было обезоруживающе по-мужски. Вот. Не хватает. Я хочу вопрос о покрытии. Да. Кто такой Громов? Я посчитал, что в 80-е вы были членом, делегатом ВЛКСМ, да? Кем я только не была. Расскажите, вот мне просто интересно, как вот вы довольно-таки молодая, еще тогда в то время попали там вот... Ну, а так же, как сейчас попадали. Я вам расскажу. Да, но расскажу эту технику. Да? Так же, все так, люди-то те же. Как это все было? Я не была членом ВЛКСМ, потому что в это время я работала, принимать некому было. Не было на съемках просто этой комсомольской организации, которая должна что-то там дать, как-то сделать и так далее. И тут я снимаюсь в фильме «Ключ без права передачи», где я играю такую продвинутую учительницу, вся страна обсуждает эту картину, в каждом классе пишут сочинения, права, не права и так далее. Я получаю премию Ленинского комсомола, и так же, как сейчас, все, кто известен, все, кто на слуху, должны быть рядом с нами, должны быть близко к власти. Значит, раз такая популярная молодая актриса, она кто должна быть? Она должна быть членом ЦК ВЛКСМ. Как не комсомолка? А меня позвали в комитет вручать премию Ленинского комсомола. Лен, вот смотри, такая слава, популярность, ваше мнение было значит, вы везде выступаете. Мы хотим, чтобы вы были членом ЦК ВЛКСМ. Я говорю, класс, я не против, но только я не член ВЛКСМ вообще. Не то, что там ЦК, а я вообще не. Говорит, как? Я говорю, ну вот так вот мимо меня это все прошло. Я работала в это время. Прямо к себе вызывают каких-то людей, и пока я сижу, пью кофе и, извините, шампанское, мне приносят, я что-то подписываюсь, у меня он вынимает какие-то деньги, значит, как мне проставляют штампы, вот я уже член ВЛКСМ с 18-го года. Знаете, я прекрасно понимаю, что в этой жизни не все так наивно и не все так примитивно, как нам пытаются преподнести, и глупо в это верить, и, безусловно, как мы в своей жизни пользуемся нашими возможностями, обманывая иногда других, ну, как бы, надеюсь, не злостно, но тем не менее, каждый из нас несет какую-то свою идею и старается продвинуть. То же самое делают люди, имеющие власть, только зачастую пользуются этим не лучше ключем. Вот, так я стала. Это мой стакан. Я, извините, попью. Ну, в общем, буквально через день мне присылают, что я избрана своей комсомольской организации театра стать членом ЦК ВЛКСМ. Смешно, безумно, но мне все равно. Честно вам скажу, вот мне все равно. Говорю, да, хорошо. Я люблю тусоваться, компания хорошая, все молодые, красивые. Выходим в какие-то рестораны, я не замужем, все за мной ухаживают. Ну, потрясающая жизнь для молодой артистки. Мы ездим в бесконечные загранкомандировки, какие-то международные молодежные симпозиумы, фестивали. Помню, как мы ездили в Финляндию, Сережа Соловьев, кто-то еще высшая верхушка ЦК ВЛКСМ. Мы ездим в автобусах, рассказываем анекдоты, поем песни, хохочем с утра и до ночи. Нам устраивают какие-то народные праздники с игрой на пилах, с какими-то народными гуляниями, плясками, саунами, готовкой быка на вертеле и так далее. Ну это правда хорошо. Это, ну как, тем более в той нашей совковой жизни, когда все серо, и дальше, чем встать, там, я не знаю, в пионер, в эту линейку или что-то еще, это действительно была какая-то свобода, и свобода того, что мы видели, то, как мы могли себя вести,
И должна вам сказать, что у меня до сих пор очень много друзей, которые сейчас уже работают в правительстве, оттуда, из ЦК ВКСМ, замечательных ребят, которые просто делали так свою карьеру. Ни больше, ни меньше. У них была такая возможность. Чаще всего за счет того, что у них были такие родители, которые были в ЦК партии, всякими в райкомах, в закомах и так далее. Им так повезло. Просто. Ничего больше. Я думаю, что если бы я сама была вот таким вот каким-нибудь поставленным чиновником, конечно, я постаралась бы своему ребенку делать все, что я могу. Как я сейчас стараюсь своему ребенку делать все, что я могу, как артистка Елена Прокопова. Это естественно. И это нормально, на мой взгляд. Другое дело, что пакостить другим не надо. А вот это уже вопрос чести и совести. Ну вот, вот так я стала членом ЦК ВКСМ. Потом также как-то незаметно оттуда вышла, потому что, когда мне сказали, что я должна на каком-то съезде прочесть речь о творческой интеллигенции, о наших запросах и проблемах, я целую неделю сидела и писала этот доклад. Когда мне позвонили: «Леночка, завтра все, приезжайте получить доклад». Я говорю: «Я приеду», но я не очень поняла. Я приезжаю и кладу свою пухлую от руки написанную папку с моим докладом, какие у нас проблемы. Вот готовый доклад, вы это читаете. Я говорю: «Подождите, я должна это прочитать». Ну, читайте. Я читаю, говорю: «Я это говорить не буду, это все вранье. У нас нет этих проблем, у нас все далеко не так хорошо. У нас вот это, вот это, вот это, начинаю читать свое». Ты вообще врубаешься как-то вообще, что здесь происходит? Ты будешь читать это. Я говорю: «Я буду читать то, что я написала. И никто, моя комсомольская совесть, значит, я все это сказала, пошла домой, гордая». С утра мне звонят из МХАТа. Говорит: «Леночка, у тебя сегодня вечером спектакль». Я говорю: «Нет, у меня нет спектакля, у меня доклад». «Не-не-не-не», говорит, «другой спектакль назначили, ты в главной роли, ты играешь». И этот доклад прочла другая артистка. Вот. Поэтому с тех пор я не попадаюсь уже на эту удочку, потому что было так обидно, я так плакала. Мне казалось, что я вот тут-то сейчас и переверну весь мир. И вся молодежь, наконец, творческая, будет свободной. Дура. Вашей жизни после вот этого вашего... Да ничего, меня никуда не посадили, не знали. Решали сниматься, ко мне очень хорошо все относились. Ну, помнишь, у меня немножко такая. Занимаешься кадетом. Нет, совершенно правда. Скажите, пожалуйста, а сейчас вы состоите в какой-то партии или где-то? Где ходят? Чего нам нужно? Я пришел... Не хочет быть помянут. Я прочитал в Википедии, что вы состоите в партии «Единая Россия». Нет, нет, никогда. Вот вы проверьте. В Википедии. Нет. А Витя тоже там пишет. Ой, это вранье стопроцентное, никогда не состояло. Я была, как это называется, сочувствующая, соратствующая. В общем, я была в то время, когда становилась вот эта партия на ноги, я была, как же это называется, в группе поддержки. Не-не, сейчас скажу. Это была сторонница партии «Единая Россия» от лица женщин. Вот. Но привел меня туда мой хороший друг, ныне он у нас министр обороны. Вот. Ну, просто мой друг. Вот и все. Женя, давай, надо. Ну, надо. Я выступила, сказала, как все классно, все замечательно. Повеселилась на нескольких, опять-таки, фестивалях, и на этом все заглохло. Потому что дальше я стала в приватных беседах опять гнуть свою линию, говорить, что это плохо, это неправда. Ну и вот и все. Сейчас я прочту записочку, хорошо? Какие страницы российской истории последних двух десятилетий рождают в вашей душе чувство гордости, а какие сожаления и досады? Могу ответить на этот вопрос, может быть, не так, как вам хотелось бы. Я не считаю, что каждый человек разбирается в политике. Я считаю, что женщины не разбираются в политике вообще. Я считаю, что...
это дело мужчин. Наше дело рожать детей и учить их тому и вечным ценностям. Мое глубокое убеждение. Что я могу сказать? Я ко всему подхожу, как домашняя хозяйка. Вот мой дом, да? Я буду рада, если у меня будет не двухкомнатная квартира, а трех. Буду. Если у меня будет не дровяная печка, а электрическая, буду. Если меня уменьшат квартплату, а не увеличат, буду. Вот если это распространить, обыкновенное обывательское, женское отношение к происходящему вокруг, с моей стороны это распространяется на то, что происходит в политическом мире. Я вам попыталась сказать уже в начале, что я ощущаю землю как свой дом. Землю всю, со всеми нами вместе взятыми. Я не могу понять, как можно сожалеть, что расстреляли твоей страны детдом, и радоваться, что расстреляли детей в детдоме соседней страны. Мне этого не понять никогда. Я не могу понять, как можно радоваться, что убито сколько-то боевиков там, и огорчаться, что столько-то убито у нас. И там матери, и там люди, и там обманутые люди, которые не за свое воюют, а которым вдолбили мнимые идеи и ценности. Я к этому так отношусь. Я считаю, что люди вообще должны радоваться жизни, пить хорошую чистую воду, дышать свежим воздухом, растить зерно. Считаю, что должны быть тучные стада и должны быть счастливые, а не замученные учебой дети. Я так к этому отношусь. А в какой стране это происходит, мне больно везде. Даже Евгений Матвеев всегда говорил, что смешивать политику и театр нельзя. Вот, значит, я знаю, по чьим следам я иду. Мне кажется, вообще, знаете, не все нужно смешивать. Начиная с кухни, когда ты готовишь обед, не все надо мешать на десерт, да, горчица не подойдет. То же самое в жизни, но, во-первых, мы женщины, чего мы везде лезть? Я не могу понять. Вместо того, чтобы своих мужчин тормозить, говорит, да куда ты в войну? Да куда ты шашки на голову? Да опомнись, там же дети, да? Вместо этого... Мы тоже не из первых и так далее. Ну, какая глупость. Что с нашими головами сделали и сердцами, я не могу понять. И сейчас современных певцов впихивают в Единую Россию, чтоб только за. Зачем? Мы летяем. А не могу с вами не согласиться. Нельзя. Искусство искусством, война войной. Ну, чего все смешали? А потому что каждый думает, что он умнее другого. И другого, что вот он тут-то на этом и получит свои дивиденды. Да ничего, все скоро это просядет так, ну, до каких пор можно морочить голову? А мы писать не пробовали? Что-что? Писать. А, книжка моя, которая уже выдержала 5 изданий, называется она, ну, это мемуары. Вот, называется «Елена Прокопова. Воля самой себя». Да? Она написана уже лет 15 тому назад. Я ее очень люблю, потому что я там очень-очень честная. Если кто-то почитает, вы будете знать меня вот прямо совсем. Расскажите о своих дочерях, кто они по продакшн. Ой, спасибо большое. Мои дочери, во-первых, они замечательные, они красавицы. Они не очень большие умницы, в смысле, они умные. Они женщины. Красивые, талантливые, умные, грациозные обе, хотя друг на друга совсем не похожи. Старшая, которой 43-й год, она не актриса, она компьютерный дизайнер, работает в 3D. Мне страшно называть ее профессию, она чертит самолеты, буинги. Для меня вот умереть можно, на эту профессию мне назначу, все, вот я пляскаю, потому что вот это кнопки, все, болты какие-то, сопряжения. Она делает это с упоением. Все остальное время она кошечка, которая лежит на диване, любит почитать, приготовить вкусную еду и очень любит своего мужа. Вот женщина до мозга костей. Что касается моей старой дочери, младшей, то бишь, которой 21 год, она в прошлом году закончила институт, внешнюю академию, профессии,
политических каких-то, что-то, в общем, она юрист международный на английском языке. Я в английском, кроме двух слов «здрасте», «до свидания», сказать ничего не могу. Вот, умные, все такие умные, все такие прям серьезные, в отличие от мамы. Но они со мной так и общаются, типа, мама, ну это же так. Они учат жизнь, мне это так нравится. Вот. Они обо мне заботятся, они очень хорошие дочери, они каждый день мне звонят, даже если их не приезжают. Они помогают мне с моими какими-то бытовыми вопросами. Например, моя младшая дочь, я не знаю, что такое магазин, аптека, оплата каких-то там чеков и так далее. Это все делает она, и делает это с радостью, не по обязаловке. И говорит, мама, если я могла больше, я бы тебе помогала. Это приятно очень. Они добрые, хорошие. Ну, например, моя младшая дочь не хочет выходить замуж. Я со своей позиции, такой, прямо скажем, совковой, не очень это разделяю, потому что мне хочется внуков, мне хочется, чтобы дом был наполнен детским щебетом, чтобы я была нужна как бабушка, чтобы я ей помогала. Говорит, мама, какая бабушка? Говорит, я сначала должна выйти замуж, а мой любимый человек, говорит, еще студент, какой из него муж? Это вы раньше познакомились, и замуж. Если он муж, он должен меня содержать, у него должен быть дом. Какой он отец, говорит, если он должен иметь деньги на то, чтобы дать образование своим детям и так далее? Зачем же я, говорит, своего любимого человека представить такое идиотское положение? У нас очень хорошие отношения. Вот когда он сможет быть мужем и отцом, мы с удовольствием отпразднуем свадьбу. Я опять понимаю, что дура я. Вот, рассказала про них все. Сказал об актерах старой школы, мхатовцах, о том, что это дворяне в своей профессии. Себя он назвал разночинцем, а новых актеров назвал ПТУшниками. А согласны ли вы с его позицией, что думаете о молодых? Ну что я могу сказать? Мне приятно уже перейти в разряд. Что могу сказать о сегодняшних ПТУшниках? Резко разделились на ПТУшников и на молодых дворян. Потому что очень много появилось артистов, не так много, как хотелось бы, которые в этой профессии видят не только, так скажем, налет эстрадности, да, типа получать цветы поклонников и какие-то мнимые дивиденды, а которые эту профессию уважают как профессию, которая может влиять на развитие общества. А это действительно так. Которая забирается гораздо глубже, чем сознание, подсознание. И, в общем-то, с детства дети, которых родители приучают к походам в театр, к чтению книг, к хождению на выставки в музеи, эти дети становятся достойными членами нашего общества. Таких актеров очень много, которые понимают свою миссию в хорошем смысле этого слова. Но какое количество ПТУшников, это вообще... Прям что-то страшное. Вот ваши любимые сериалы – это ПТУшники, к сожалению. Редко-редко, когда только там появятся звездочки, вот теперь, ах, какие замечательные, да? Но она и снималась не как сериал, это картина, да? А в основном мы видим, ну что, сегодня одна, завтра другая, и все звезды, и все народные, и все прям, все быстро, и все очень качественно. Но у них все еще впереди, они выросли. А я не смею с вами не согласиться. Будем надеяться, что да? Да. Ну, у меня же должно быть какой-то патронажный тон какой-то вообще. Иначе что это? Потом он возраст там. С высоты лет. Да, с высоты лет. Пожалуйста. Там Галя пришел. Полавочка. Вы много работаете, а где вы любите? Вы знаете, я много работаю. Это и театр, и телевидение, и выступления, и домашняя работа. Я очень люблю быть домашней хозяйкой. Плюс к этому я закончила еще второй институт архитектурный, школу японскую сакэцу. Я занимаюсь еще профессионально ландшафтным дизайном. Ну, в основном это касается, конечно, моего сада, но он большой. Я его безумно люблю, и я, собственно говоря, занимаюсь им, наверное, круглый год, потому что уже сейчас я посеяла, когда приезжала к вам сюда рассаду помидорчиков. Вот сейчас волнуюсь, как она там зашла, не зашла. Да, я очень люблю работать. Но я как Ленин, я считаю, что отдых – это смена работы. Мне очень скучно, я люблю выезжать куда-то отдыхать на море, очень люблю море,
Но я ровно на второй день ищу, чем мне там заняться. Я начинаю собирать камушки, я начинаю куда-то плавать, подбирать какие-то коряги, убирать пляж. Потому что вот просто лечь, я просто умираю с тоски. С тоски. Это где-нибудь лет после 80, Бог даст дожить. Потому что сейчас еще хочется что-то созидать, делать. Какие-то растить растения, закатывать банки с огурцами, с вкусными вареньями, придумывать рецепты, угощать гостей, мариновать мясо, которое добывает мой муж, а он охотник, рыбак и так далее. Я очень люблю активную жизнь. Я встаю в 6 утра, я жаворонок, весь дом спит. Пока все просыпаются, я уже успею полить цветы в зимнем саду, все убрать, что с вечера разбросано, приготовить завтрак, записать свой дневник, сделать парочку упражнений. Вот все начинают просыпаться. К этому времени я уже сижу, пью кофе и смотрю на свой аквариум. И расслабляюсь, я уже отдыхаю. А вот, после этого мы сидим всей семьей, советуемся, что сделать, кто у кого, что в течение этого дня, как друг другу помочь, кто когда уезжает, приезжает. И вот потрясающие полчаса, час расслабленности, когда вся семья собрана вместе. Дальше все распыляются, кто угодно, и если я куда-то не улетаю, не уезжаю, или вечером у меня не спектакль, то я с радостью планирую свой рабочий день дома. Обычно это бывает до 4 часов, я не ем. Не сплю, не отдыхаю, я работаю. Работаю, я иду всегда. Это может быть разборка подвала, это может быть посадки в саду, это вот эту яблоню выкручивать, перенести ее туда, не важно что. Важно, чтобы был труд. Вот. А в 4 часа уже к этому моменту у меня натоплена баня. Когда я дома, я принимаю ее каждый день. Я уже успеваю намешать всякие маски для волос, для тела, для головы, для ног. Я иду париться, это часа 2. Плаваю в бассейне, делаю акваэробику, и часам к 6 я все, тут я отдыхаю. Я встречаю гостей, которые приходят, я сижу в саду, я гуляю по лесу, я могу готовить варенье, перебрать ягоды. Вот после 6 часов у меня или работа в театре, или полный отдых. Вот, все, обращаюсь. Негатив программы на вашу каждодневную жизнь и почему закрылся проект? Начну с конца. Этот проект закрылся, потому что он был неугоден. Потому что он брал на себя слишком большую смелость и многим людям на многое открывал глаза. Я думаю, что я вам сейчас глаза не открыла, так закрываются многие проекты, многие начинания и так далее. Которые сейчас не скажете? Да. Да, 24. Что я вам скажу? На этот проект я пришла, как и на все остальные свои работы. Я в этом плане очень взволнованная женщина. Что в отношении с мужчинами, что в отношении с работой, мне всегда предлагают, а я решаю, да или нет. Так было всегда, надеюсь, так всегда и будет. Мне никогда не придется просить. Мне никогда, знаете, как в «Мастере Маргарите» сказано, сами предложат и сами дадут. Вот поэтому этот проект мне также был предложен. Я не очень понимала, как с ним работать, потому что к моменту начала этого проекта, это я сейчас такая смелая, откровенная, резкая даже, я была очень человеком таким с внутренним монологом, скорее, чем с внешним. Я имела на все свое мнение, но я никогда не позволяла себе быть активной. А тут, когда я сказала, что будут такие люди, у нас такие вообще, а как я могу их унижать, там, говорить свое мнение, на что мне руководство Первого канала сказало, ты можешь говорить абсолютно все, что ты сочтешь нужно. Нам интересна гражданская позиция любого человека. И мы хотим, чтобы ты эту программу вела от своего лица. Вот как тебе кажется, так ты ее видишь. Ты имеешь право на все. Вы должна вам сказать, какое это искушение, когда сидят чиновники, которых ты имеешь право поставить на место, когда ты имеешь право сказать им то, что ты думаешь, и знаешь, что думают люди, и ты имеешь право им высказать, когда они задыхаются от бессилия, потому что права я, а у них нет возможности тебя унизить, оскорбить, выгнать и так далее, потому что они находятся на центральном телевидении, когда начинают хоть как-то возражать, я говорю, нет,
Вы не будете мне затыкать рот. Это моя программа. Самое большее, что вы можете, это встать и выйти. Это надо видеть эти лица. Это надо видеть, как люди вдруг попадают в ту ситуацию, в какую обычно они ставят людей. Должна вам сказать, что очень многие из них повлияли на то, что эта программа закрылась. Многие из них до сих пор так расселены в коридоре, не знают, кто я, где я, может, я еще могу что-то, да? Я получила удовольствие. Я отрывалась за вас, за всех. Приходили люди, которые сами боятся рот открывать. Приходили люди, которых запутали и закуролесили так, что они не знают вообще, на что они имеют право, на что нет. Но эта профессия сейчас... Телеведущего, наверное, самое тяжелое из разновидностей актерской профессии. Это все равно для меня была актерская профессия, это была роль. Но, ведя программу ЖКХ, я заработала достаточно серьезное заболевание. У меня на нервной почве открылась астма. Вот я сейчас кашляю. Да, причем даже вот я играю героинь каких-то на сцене, если переживание моей героини, у меня начинается кашель, астма на нервной почве. И когда я была у докторов, они сказали: Лен, это практически излечить нельзя. У тебя уже прямая связь. Ты начинаешь нервничать, все, у тебя все перекрывается на связке, идет осложнение, этого не избежать. Вот, пожалуй, 2 года назад, когда закончился этот проект, когда я якобы вздохнула свободно, оказалось, что я теперь вечный заложник этой профессии. Ну ничего, я с ней легко справляюсь, и это вот первый раз, когда я стала употреблять достаточно серьезные лекарства, потому что иначе просто не выжить. Вот. Так, может, действительно пофигистом надо быть? Что-что? Может, действительно пофигистом надо быть? А это каждый сам должен выбирать. Может быть, надо быть пофигистом, ну, по отношению к кому? К себе, к маме, к детям. А общество, что такие люди, как бы, а как быть пофигистом? Ну вот рядом с вами кто-то упал, расшибся, что не поможете, да поможете. Вот и все. А тогда как можно быть пофигистом, если вы не пофигист? Нарочно, что ли? Себе назло? Ой, не надо быть пофигистом. Понимаете, врачи спрашивают у Саральева: батя, как прожить жизнь, не споткнувшись? Без да. А знаете, а что такое жизнь? Опять-таки, один мудрец сказал, жизнь — это череда препятствий. Ну что, мы преодолеваем одно, тут же другое. Это бесконечность. И если ты не любишь эту жизнь, то есть преодолевать эти препятствия, то ну не живи. Будь пофигистом, засядь один и так далее. Но это же так классно — решать все проблемы, которые жизнь тебе предоставляет. Для этого не надо ни миллионов иметь, ни возможности. Как надо просто вкусно жить каждый день, с утра и до вечера. Заметив, какое утро, какой завтрак, какой обед, кто тебе позвонил, кому ты смог помочь, как ты сегодня отдыхал. Ну, жизнь из-за этого состоит, а не из высоких поставленных задач или из наших несбывшихся мечтаний. Мне кажется, что жить само по себе интересно. Это огромное благо, которое нам дано создателю. Поэтому в заключение нашей встречи я хочу вам пожелать: цените каждый день, каждый час, каждое мгновение, которое вам дано. Он никогда не повторится. И тогда вам же жизнь будет счастливой. Спасибо.